Приветствую вас, друзья! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. И сегодняшний видеообзор посвящен компании Арины Федоровны Сошкиной «Мир ваш дом», а точнее ее сайту, на котором нам обещают подарить целых 285 тысяч рублей ежемесячно, безвозмездно и навсегда. Неважно, из какого вы города, из какой страны, какая беда вас стряслась, никого это не интересует, вам просто так подарят 285 тысяч рублей, причем даже не единожды, а сколько вам надо, вас даже спросят, сколько месяцев вы хотите ее получать. И все, что от вас нужно, это просто заполнить анкету, и если вы подойдете на роль кандидата для благотворительной акции, вам будут платить данные деньги. Кто такая Арина Федоровна Сошкина, нам неизвестно. Интернету она тоже неизвестна, так же, как и сама компания «Мир ваш дом». Как говорится на данном сайте, данная компания создана в 2005 году и уже существует целых 13 лет. И уже она потратила на благотворительность 20 миллионов рублей. Вот такая вот известная компания, о которой никто не знает. И за которой стоят какие-то неизвестные люди, кроме какой-то мифической Арины Федоровны Сошкиной. На каждый регион России и СНГ выделяется 10 мест для получения финансовой помощи. И в моем регионе осталось всего 2 места. Нас уверяют в том, что деньги выделяют только тем людям, которые очень остро в этом нуждаются. И если они нам не нужны, то лучше отдайте эти деньги другому. Ну, кому же не нужны деньги? Нам, конечно же, они нужны. Давайте заполним анкету и посмотрим, дадут же ли нам деньги или нет. В качестве теста я не буду заполнять анкету и посмотрим, что из этого получится. Нажму кнопку «Оставить заявку на получение денежной помощи». Идет рассмотрение моей заявки. Мы видим GIF-картинку, которая символизирует нам рассмотрение нашей заявки. И нам написали, что наша заявка успешно одобрена, и нам начислено целых 285 тысяч рублей. Деньги уже ожидают поступления на оказанную нами карту. Да, наш случай действительно очень тяжелый, и нам крайне нужны деньги. Спасибо за помощь. Ну что ж, для того, чтобы получить эти деньги, мы должны открыть электронный счет и заплатить за это 150 рублей. Ну давайте нажмем кнопку. Попадаем на страницу оплаты от сервиса ePay, где должны заплатить 150 рублей. Перед тем, как снимать данный видеообзор, я нашла того господина, который будет получать с нас данные деньги на самом сервисе ePay под ником Mr. Alf. Если мы посмотрим дополнительные цены к его сайту, мы как раз увидим этот платеж на 150 рублей за открытие индивидуального счета. А потом мы увидим, что дальше нас ждут еще платежи. На 370 рублей оплата за комиссию 0,13% перевода. Есть еще оплата комиссии 0,24%, 0,3%. Оплата госпошлины 950 рублей. Оплата отправки декларации 1100 рублей. И 1300 рублей за покупку электронной подписи. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы как раз попадаем на сайт «Мир ваш дом», что и подтверждает авторство некого мистера Альфа. Данный сайт продвигается не только на сервисе ePay, но также на сервисе ClickPay24. Сайт выглядит точь-в-точь так же, как и сайт, который мы уже рассматривали, но единственное отличается только названием домена. Также, если вы додумаетесь проводить какие-то оплаты на этом сайте, то вы увидите не такую страницу оплаты от сервиса ePay, а немного другую от сервиса ClickPay24. Но чтобы вы убедились, что данный сайт мошеннически ничего нам просто так не выплатит, я оплачу данный платеж и вернусь к вам после того, как он будет успешно зачислен. Я оплатила 150 рублей за открытие индивидуального счета, и меня с этим успешно поздравляют. Но для того, чтобы я смогла вывести автоматически полученную сумму, я должна оплатить комиссию в размере 13% от суммы вывода, и это составит 370 рублей. Нажимаю «Оплатить комиссию, получить деньги», и опять попадаю на страницу оплаты, где снова я должна заплатить 375 рублей. Сразу создается впечатление, что здесь должна платить только я, а мне, конечно же, никто ничего не заплатит, потому что никакие благотворительные фонды не будут требовать с вас деньги. Мы с вами уже видели все платежи, которые нам предстоит заплатить, если мы будем и дальше вестись на поводу у мошенников. Вот данные 370 рублей, и, конечно же, это не последний платеж. Мы не будем платить эти все платежи, и так все понятно. С самого начала мы не указывали никакую причину, и понятное дело, что никто не должен нам просто так ничего платить, тем более такие огромные деньги. Конечно же, если бы и была какая-то такая подобная помощь, то никогда бы никаких мест свободных не осталось бы,
Желающих было бы просто миллион, и мы бы точно не оказались в числе этих счастливчиков. Просто так, в интернете никто и никогда никому не дает деньги. Это все нужно только для того, чтобы заманить доверчивых людей. На какой бы сайт Арины Федоровны Сошкиной вы бы не попали, я вам категорически не советую на нем задерживаться, что-либо на нем оплачивать, если не хотите заняться благотворительной помощью самой компании «Мир в ваш дом». На связи была Соколова Анна, проект «Элит Инфобиз». До новых встреч!